Дикорастущие кусты конопли обнаружили и уничтожили в Самаре. Тревогу забили жители Октябрьского района. Бдительные граждане обратились в общественные советы, в администрацию. В итоге заросли оперативно ликвидированы. Так ли опасно и почему без них все равно лучшее, мнение выслушали наши корреспонденты. Целая плантация дикорастущей конопли в оживленном районе Самары, прямо около проезжей части. Не заметить такое было сложно, местные жители забили тревогу. К нам в общественный совет поступали жалобы от жителей по поводу произрастания дикорастущей конопли. И вот мы все вместе собрались, обратились в администрацию, нам помогли, и мы убираем сегодня, завтра, наверное, закончим. Вместе приняли решение поддержать эту инициативу и организовать акцию по покосу данной травы, потому что эта трава растет на протяжении большого отрезка Московского шоссе. Она в том числе вызывает аллергическую реакцию и у детей, и это очень сильно является большой проблемой для жителей. От возмущений к действиям. Решать общие проблемы и важные вопросы вместе и есть суть реформы самоуправления. Проводит ее по инициативе главы региона. Потенциальные кандидаты в депутаты райсоветов уже налаживают контакт как с властью, так и с жителями. Конечно, это хорошо, что благоустроивают. Решать проблемы на местах и приблизить народ к власти призваны и райсоветы, выборы в которые пройдут в Самаре 13 сентября. Ирина Трофимова, Александр Дудко, новости губернии.